Здравствуйте, мои друзья! С наступлением лета зацветают двухлистные котлеи, у которых в основном восковые цветы. Вот, посмотрите, какая красавица! Это котлея шалериана, которая находится у меня больше 10 лет. Этот куст уже делился и несколько раз пересаживался. На данный момент орхидея переживает пересадку, которая была произведена в прошлом году. Это отразилось на цветении. Посмотрите, сепали и петали в этом году немного заужены. Да и какое-то непонятное пятнышко на губе. Да и сам куст не выглядит бодро. Но, слава богу, орхидея приходит в себя. Эх, как же тяжело этот вид переносит пересадку. Также тяжело на это реагирует и котлея Кландия, которую я покажу вам чуть попозже. Красавица, не правда ли? Эта красота довольно капризна в уходе. Требует обильный полив, но тут же должна просыхать до хруста и находиться в таком состоянии какое-то время. Это означает, что вокруг орхидеи должна присутствовать высокая влажность. Так как если заглянуть в естественные условия, то ареал произрастания именно этой котлеи распространяется на тропические леса, в основном около рек. Температурный режим, в котором произрастает у меня котлея шалериана и также котлея кландия, в зимний период, ночное время, опускается до плюс 13 градусов. Интенсивность освещения обеим видам котлей требуется яркая, от 30, 40 и 50 тысяч люкс. В моем обиходе имеется еще два варитета. Это голубой и семиальба. Орхидеи, правда, еще не цвели, так как один из них еще малыш. Вот он. Это варитет семиальба, который приобретался в прошлом году. За все время нарастил два новых роста. Вот, посмотрите, последний из них. И на данный момент орхидея надувает новую почку для развития нового роста. Рост идет по нарастающей, это очень хорошо. И орхидея, скорее всего, через год может уже зацвести. Эх, скорее бы, ведь у нее такой красивый варитет. Следующая орхидея – это голубой вариант. Посмотрите, уже в цветущем размере. Тоже приобреталась год назад, но с адаптацией мы немного затянули, так как приобреталась именно эта котлея в сухом варианте, практически без корневой системы. За год нарастила два новых роста и один, посмотрите, даже с чехлом. Скорее всего, при более благоприятных условиях этот чехол мог бы показать цветоносы. Но ничего, пусть орхидея еще адаптируется, и я думаю, что в следующем году мы посмотрим на ее красивые цветы в голубых оттенках. Следующая красавица – это котлея Кландия, которая в этом году зацвела впервые. Приобреталась, по-моему, два года назад. Но, к сожалению, приобреталась в голубом варитете. Посмотрите, в каком процвела. В обычном варитете типа. Эх, как жаль. А я так надеялась увидеть загадочные оттенки, но ничего, посмотрите, какая красота. Восковой цветок в диаметре, достигающий до 11 сантиметров, с яркой красивой губой. Конечно, по сравнению с шалерианой, губа не такая расписная, но тоже очень красиво. Кстати, этот вид еще капризнее, чем предыдущий.
Если котлея шалеряна требует обильного полива с быстрыми просушками, то котлея кландия, как для меня, более влаголюбива, но при излишней влажности сразу теряет корневую систему. То есть, находясь во влажном состоянии, обязательно нужен хороший поток воздуха, но не такой, чтобы сразу высушивал грунт у орхидеи. В интернете я нашла информацию, что котлея кландия более засушлива, чем котлея шалеряна. Как мне кажется, что наоборот. Но так же, как и котлея шалеряна, тяжело переживает пересадку. Так что при приобретении нужно это учитывать и садить орхидею на долгое время в одну емкость. Я же хочу впоследствии менять только грунт, оставляя орхидею в этой посадке. Цветение у котлея кландии происходит в основном в одном соцветии, редко бывают два, по сравнению как у котлея шалеряны, где их может быть до 5. Вот и моя коллекция котлея кландии. Посмотрите, как мы в этом году некрасиво процвели. Но ничего, это период адаптации. Но посмотрите, какие красивые оттенки. Темные сепалии петали и яркая губа. Да и цветение пришлось на совсем молодое растение. Высота самой высокой псевдобульбы достигает всего 8 сантиметров по сравнению с предыдущей, где высота самой высокой псевдобульбы достигает 17 сантиметров. Это означает, что даже в молодом возрасте котлея кландия способна цвести. А здесь совсем малыш. Высоту от силы достигающей 5 сантиметров. На данный момент развивает новый рост. Это тоже очень интересный варитет, но я переживаю, как бы опять не был пересорт. Будем надеяться на лучшее. И следующий варитет обычный, которых, как оказалось, у меня уже много в обиходе. Я пыталась собрать коллекцию, но у меня это не получилось. Буду знать на будущее, что котлеи, да и остальные орхидеи, нужно приобретать в цветущем состоянии, чтобы уже знать, кто есть кто. На данный момент, посмотрите, тоже гонит новый рост. Эх, когда они все зацветут, какая же будет красота. Кстати, я заметила, у двух цветений аромат немного отличается. Если у более взрослого варитета он нежный, сладкий и довольно стойкий, то у второго варитета, который в этом году немного подвел цветением, аромат имеет немного тяжелые нотки, хотя и такие же стойкие. Посмотрите, какая разница в размере у цветущих. И оба цветут. Очень благодарная котлея кландия, хотя и со своими капризами. Вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. А на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо и пока-пока!